Привет, волосы сохнут крайне медленно. Я отсняла вторую серию летописи трех царств. Сейчас я ее буду загружать. Неизвестно, сколько лет она будет загружаться, но, в общем, я ее выкладываю на Бусти. Не знаю, как это все делать. Я имею в виду, здесь не выкладывается, блокируется сразу моментально, поэтому решила делать на Бусти. Так, это вот мне надо закрыть, а открыть YouTube. Где у меня тут вообще YouTube? Есть тут YouTube. Следующую реакцию пока сниму, пока грузится все, потому что очень долго все сейчас будет грузиться. Так, развернуть реакции. Так, заказали мне Эйзи и Зирузу, тоже уже много пришло. Стоять, пожалуйста, Зируза, слишком. Зируза, так, стоять. Стоять, я говорю. Вот все начинается, двигается все само, как ему надо или не надо. Сейчас я быстренько скачаю. Это короткое видео, поэтому проблем не будет со скоростью. Ну, потому что серия на летопись трех царств, там час целый с лишним, с копейками. Час 10 где-то примерно. Первая серия уже на бусте. Мне предложили сделать мини какую-то такую. Мини, как это вот, мини-видео такое сделать, чтобы ссылку скинуть. Но я пока, честно говоря, не знаю, как делать мини-видео. Я вообще ничего не знаю. Я вообще такой специалист по реакциям, просто номер один в реакциях, в кавычках, конечно же. Погнали, в общем, смотреть Айзи и Зиру выпустили новый трек, мут-видео, когда он там вышел, бог его знает. Айзи там 11 часов назад тоже что-то выложил. 1 сентября они выложили, сегодня 11. Вот, я видела, конечно же, спойлеры, что она там в свадебном платье. Это, наверное, в Инстаграме, скорее всего, я видела, в Инстаграме, в сторисах. Вот. И не знаю, там, что за отношения у Изи Зиру после того, как он расстался с Ярки, поэтому вообще понятия не имею, что там происходит. Раз, два, три. Еще. Кашляю. Красивая такая. Субтитры поддержка русских. жүрегімнің жүрегісің сезбегендей жүремісің кеудең белгінің өзі білсін өзгерсін мейлі өмір тылсым ол артына мүлдем қарамайды уақыттың тілі жаралайды иә жанымды тыншытпайды тым болмағандай жүргенің тұншықпай өзеннің ағысы батырды кемемді бірақ мен беріліп жүзбейді денеңдерей жүрегелі ептеп шу дегенім шеттей бекер ол текке көңілдің көзі ашылса мейлі тағдырдың өзі сәттерді қимайды кей өппен төппе сөппе өткен айтылмаған сөздер жоқ қоя қазір келсең маған жеп қоям сезімдерге салдың суретін қоянның шындықты қабылдап енді ояндым бәрін бөле тұра ойнай алмаймын шақырмай ақ қой бәрібір тойыңа бармаймын тек бір ғана нәрсені түсіндім енді сен үшін мүлдем алаңдамай сөзден көзді аштым жетпесін ара қашықтан ішімдегімді жасырам мүмкін бәрі басылар сөзден көзді аштым жетпесін ара қашықтан ішімдегімді жасырам мүмкін бәрі басылар сөзден көзді аштым жетпесін ара қашықтан ішімдегімді жасырам мүмкін о чем песня? Непонятно.
Но клип очень красивый. Они оба здесь просто, она такая красотка, он такой тут просто горячий тип. Все знают, что я люблю Изи. Ну, как люблю в кавычках, конечно. Но, кавычка. Как можно в кавычках любить кого-то? Ну, в смысле, он ничего, такой горячий парень. В этом плане. Да, я скачала уже, еще раз хочу скачать, прикиньте, вообще неадекватно. Так, нет, ну он прикольный. Он прикольный, прям прикольный мальчик. Не сказать, что прям, конечно, там у меня любовь до гроба, что я там готова за него замуж выйти. Нет, просто чисто как парень, да, он привлекательный. Скажем честно, горячий он, особенно на сцене. Я не знаю, конечно, какой он в жизни. В жизни, мне кажется, он такой больше закрытый какой-то. А на сцене он прям горяч, горяч. Hot, very hot. А вот такие вот пироги. Но я бы, конечно, не стала с таким парнем, мне кажется, встречаться никогда. В плане, если бы вот судьба бы преподнесла мне такого парня, вряд ли бы я стала с ним встречаться. Почему? Потому что, мне кажется, мы с ним слишком разные, слишком разные. Но на сцене он классный, прям вот, прям шикарный пацан. И Зируза тут, конечно, красивая, то есть у нее и платьишко, и мейк такой просто, просто красотка. Я не знаю, какие у них отношения. Возможно, я чего-то не знаю. Раз я не смотрю всякие там передачи об, как это называется, об отношениях и так далее, там слухи и так далее, я вот этого ничего не знаю. Там же все равно в шоу-бизе каждый день что-то происходит, как говорится, у каждого там искра, не знаю, там и так далее. Ну, что там между ними происходит, я не знаю. Учитывая, что она там опять в комментариях напишет, что она встречалась с Балашкой, я в курсе, да, и начнется это все перетирание. Ну, это их личное дело, на самом деле, меня вообще оно не касается, и я думаю, что каждого человека оно не касается. Так как Изи выпустил еще мут-видео на свой какой-то трек 11 часов назад, это было, ну, по крайней мере, мне там написал YouTube утром сегодня, сейчас уж, конечно, не больше, чем 11 часов прошло. Но так как это все равно Изи, и все равно это заблочат, потому что все равно будет авторское право, куда оно денется, я, собственно, сделаю вместе. Посмотрю, полюбуюсь Изишечкой еще. Я видела там, как обычно же, знаете, как на Ютубе, когда заходишь, там видео, оно немножко прокручивается. Как будто ты его, типа, немножко посмотрел, но по факту я еще не видела его. Там что-то какое-то поле, не знаю, футбольное, бейсбольное, какое там поле, фиг знает, ну какое-то поле, в общем. Песня называется «Келетка Кайтат». Кстати, не сказала название предыдущей песни, но там на латинице написано. Давайте не будем мучить мой мозг, потому что мой мозг не читает латиницу, он не понимает, что это такое, что это за текст. Тут, правда, тоже написано на латинице, но ладно, бог с ним. Погнали, раз, два, три. Можно я не буду читать латиницу, короче? О, да, вот какой-то футбольное, наверное, да? Нет. А, подожди, это вообще какой-то этот. Что это? Когда это прыгают с трамплина? Что за поле? Понять не могу. Что это? Блин, подвисло. Ага, красота просто, красота. Господи, все зависло. Извиняюсь, конечно. Все зависло в тот момент, когда вот так вот все повернулось. Раз, два, три. Еще раз. Надеюсь, не зависнет больше. Короче, это какой-то трамплин на лыжах, наверное, когда прыгают. Как это называется, спорт, фиг его знает. Прыжки с трамплина. Что у него там ФБР написано надо? Потому что один.
по-моему. Один, да. Добра. Добра. Вот танцы здесь светлые. Вот там. И стыми жолма. Утырым дай бекрен дала. Кара. Болсы. Кара, чё? Болсы. Әр секрем. Секен деп, секен деп, секен деп. На, на, на жерді мекен деп. О чем песня, не вообще в целом сложить не могу, конечно, текст. Поэтому расскажите мне в комментах, о чем он там зачитал мне. Ну, не мне, конечно, вам. Всем зачитал. Поставим ему лайк. Будем поддерживать его творчество, а то он заколебал. Я просто надеялась и верила, и вообще ждала его возвращения в 91. Надеялась, что 91 таки типа, давай, что ты там, пошли к нам. Но он, зараза, не возвращается. Нравится ему сольно быть. Сольно ему нравится быть. Ладно, живи с этим. Вот. Так что есть у меня некоторые к нему претензии в плане того, что мог бы и вернуться. Ничего такого в этом нет. Я не считаю, что это зазорно. Может, конечно, его фанаты не примут. Сейчас скажут, пошел ты, пень, идет сюда. Но нет, я отношусь к тем поклонникам 91, которые ждали его, можно сказать, которые ждут, когда ты вернешься уже в каноху. Вернись. Вот, у меня есть такое, может, конечно, это, ну, глупо ждать его, но я все-таки, у меня есть еще где-то там надежда теплится внутри меня, что он вернется в группу. Это мои мечты. Понятное дело, что они не обязательно обязаны исполняться, скажем так, но я бы хотела, чтобы он вернулся. Это видео, кстати, быстрее скачалось, поэтому, возможно, ну, чем мне там загружается просто вторая серия на летопись трех царств, поэтому она там 700 лет еще будет загружаться, поэтому, возможно, я эту сделаю первой. Пока.